нереально большие плагины. У меня сломался компьютер, и знал ли ты, что с помощью одного .exe файла можно свести твой трек? И я думаю, что это уже достаточно мощный инструмент, с помощью которого действительно можно свести 7-летнего вайба. Как давно я не снимал видео, и на это есть свои причины. У меня сломался компьютер, и поэтому я просто физически не мог для вас заснять что-то новое. Но сегодня, наконец-то, я порадую вас новым видео. Видео снимается в достаточно непривычной обстановке для вас и для меня, но я надеюсь, то, что вам понравится вот этот летний вайб, который вы можете видеть сейчас. Сегодня бы я хотел разобрать одну из проблем, которая возникает у всех начинающих звукорежиссеров. Мы не будем заходить в какие-то глубокие дебри, это несложная тема, но очень многим просто тупо не хватает памяти под все плагины. Поэтому сегодня в видео я вам покажу 5 бендлов, которые помогут вам свести ваш трек. Я собрал несколько цепочек из плагинов, и с помощью этих цепочек вы можете так или иначе свести свой трек, ну или по крайней мере сделать годную демку. А знал ли ты, что с помощью одного .exe файла можно свести твой трек? А перед тем, как мы начнем, хочу напомнить, что у меня есть группа ВКонтакте, в которой вы можете заказать такие услуги, как сведение, мастеринг, биты, обложки. С недавних пор мы добавили биты на заказ. Также сейчас сведение разделено на несколько тарифов, поэтому каждый сможет найти что-то для себя. Не будем долго затягивать, приступаем. Я сделал небольшую подборку из 5 разных плагинов, которыми можно свести ваш трек. Мы будем идти от самого менее реального варианта к самому топовому варианту. Первое — это, конечно же, стандартные плагины FL Studio. Это, конечно же, эквалайзер, на котором мы срежем низкие частоты и может быть немного подавим бубнёж. Следующим плагином нам нужно скомпрессировать вокал, поэтому мы будем использовать компрессор. Fruity компрессор. Тут можно настроить ratio, так же как и в любом компрессоре. Можно настроить threshold, атаку, релиз, и это все надо главное делать на слух. И потом, как output, тут есть ручка gain. Для сатурации можно использовать тот же эквалайзер, но, например, поднимать тут уже высокие частоты, слушать отдельные частоты и тут их тоже поднимать. Тем самым мы будем делать практически ту же сатурацию. Единственное, мы не будем добавлять гармоник, а будем просто поднимать приятные для нас частоты. Единственный минус этого способа, этого бендла, если так можно назвать, это отсутствие деэсера. Ну и этот способ, он самый такой простой. После чего мы можем использовать какой-нибудь реверб. Это Fruity Reverb 2. Тут также можно настроить драйв-эд, выбрать размер комнаты, подкрутить low cut или high cut, выбрать mid-side режим вашего реверба, decay и также встроенный дилей, который можно сразу же подстроить под темп. Ну и, конечно же, как же без дилея? Присутствует drive-add, режим, в котором будет работать дилей, то есть пинг-понг, стерео или моно. Также, если вам не нравится вот этот дилей, тут можно выбрать другой дилей. Это может быть Fruity Delay 2. Тут в разы все проще, меньше ручек и разобраться тоже проще. Естественно, это не призыв к действию, что так нужно сводить или нет. Тут вопрос, конечно же, все упирается в размеры плагинов и в возможность. Если вы можете установить какие-то нереально большие плагины, то, конечно, это можно сделать. Но если у вас нету такой возможности, то можно попробовать это сделать на стандартных. Эти плагины не сделают вам априори плохой звук, если исходник хороший или если вы умеете ими пользоваться. Также применяйте такие эффекты, как реверб и дилей, на сент-каналах, чтобы их можно было отдельно проконтролировать. Я имею в виду, что если у вас стоит дилей, то тут же в точности на этом же сент-канале вы можете проконтролировать его частотно. Можете этому дилею добавить реверба или с помощью гроссбита вообще какой-то интересный эффект для дилея. Возможно, вы где-то используете это в единичном моменте, и при этом это будет звучать хорошо. Этот способ достаточно простой и близок всем. Я думаю, что можно переходить к чему-то более интересному. Следующим плагином, естественно, идет пакет от Озона. Я использую Озон 9, сейчас есть Озон 10, и тут есть эквалайзер, компрессор, винтаж EQ. Посмотрите, какое количество плагинов идет вместе с 9-м Озоном. С помощью этого уже можно действительно свести свой трек. Я же собрал вот такую простую цепочку. Эквалайзер, на котором мы можем подрезать низкие частоты. Также, если я не ошибаюсь, это как-то можно сделать динамически. Да, это можно сделать динамически, но для этого надо использовать Озон 9 Dynamic EQ. Либо наверх, либо вниз, и это вот тоже можно делать динамически. А также как в FabFilter Pro Q3.
Следующим плагином у меня идет, конечно же, компрессор. Тут также просто можно выставить ratio, атаку, релиз, drive-wet, и можно, например, его даже использовать как параллельную компрессию. Также его сразу можно применить как мультибенд компрессор, то есть отдельную полосу настроить так, другую полосу настроить так, и компрессор будет срабатывать на две этих полосы по-разному. Также небольшой минус, что тут нету дейсера, но из-за того, что тут есть динамический эквалайзер, можно вполне использовать динамический эквалайзер как дейсер. Потом, для сатурации я использовал Ozone 9 Vintage EQ. Тут можно насыщать ваш голос, и это будет вам показано на вот таком анализаторе. Можно выбрать частоту, послушать ее, прибавить так, как нужно, и это можно делать практически с любой частотой. Тут есть низ, нижняя середина, верха, середина, срез высоких частот и средневысокие частоты. Все это можно видеть на вот этом анализаторе. И не буду лукавить, Neo Verb не входит в пакет с Ozone 9, но я его сюда добавил, поскольку он весит очень мало, но при этом он достаточно универсальный и гибкий. Тут есть такая функция, как Reverb Assist, то есть реверберация сама настроится под ваш трек. Тут огромное количество параметров, которые можно настраивать. Есть встроенный эквалайзер, причем как пре-эквалайзер, так и реверб-эквалайзер. Пре-эквалайзер значит, что перед тем, как сигнал поступает в ревербератор, он будет вот с этим эквалайзером. А Reverb EQ значит, что уже сам реверб будет срезаться именно на эквалайзере. На третье место из пакетов плагинов я поставил FabFilter. Мне очень сильно симпатизирует отсюда эквалайзер, компрессор, сатуратор, дейсер, но при этом тут не хватает именно на пространственную обработку плагинов. Давайте посмотрим, какую цепочку я собрал. Первым плагином, естественно, идет эквалайзер, на котором мы можем срезать низкие частоты. В этот же момент мы можем это сделать динамически. Можем работать в mid-side режиме и left-right режиме. Можем отключать отдельные полосы. И, конечно же, тут есть очень удобный анализатор, который в случае чего показывает, каких частот вам не достает или каких частот слишком много. Следующим плагином, который у меня тут стоит, это, естественно, компрессор. Компрессор Pro C2 очень активно и распространенно используется сейчас. Тут есть множество пресетов, которые подойдут под любую задачу. С помощью него можно как скомпрессировать вокал, так сделать мастеринг, так и повесить этот плагин на всю шину с вокалом. Тут можно отрегулировать threshold, ratio, атаку, релиз, и также тут есть функции, которые облегчают работу именно новичкам. Это как авторелиз, так и автогейн. То есть релиз и громкость будет настраиваться автоматически. Релиз будет подгоняться под ваш темп, а гейн будет выставляться таким, каким он был перед добавлением данного компрессора. Следующим плагином у меня идет FabFilter Saturn. С помощью него можно разделить на несколько полос ваш вокал и каждую полосу отдельно прибавлять по громкости. Отдельной каждой поднимать низкие частоты, высокие, конкретно в диапазоне данной частоты. Можно выбирать разные режимы насыщения, а тут их огромное количество. И, естественно, настраивать количество данного плагина на той или иной частоте. Следующим плагином я выбрал FabFilter Pro DS. Это дейсер, который поможет вам бороться с сибилянтами. Он достаточно простой и интуитивен. Тут есть threshold, range, и также выбираем полосу, в которой будет работать наш DAC. Можно послушать данную частоту отдельно от всего вокала, или послушать именно те сибилянты, которые попадают в этот плагин. И для пространственной обработки я сюда добавил Pro R. Мало кто знает, но это такой ревербератор, который идет со всем комплектом фабфильтра. Тут в точности также можно настраивать decay, насколько широким будет ваш реверб, дистанцию, характер или режим, в котором он будет работать, то есть dark или более светлый. А самое главное и крутое, что есть в этом плагине, это встроенный эквалайзер. Тут также можно проконтролировать все частоты реверберации, при этом не добавляя на send-канал отдельный эквалайзер. И я думаю, что это уже достаточно мощный инструмент, с помощью которого действительно можно свести, и свести ваш трек уже достаточно неплохо. Второе и первое место я бы ставил на одну позицию, но все-таки лично для меня на втором месте стоит Waves. Первым плагином в Bentley Waves в моей цепочке стоит эквалайзер. Достаточно простой и понятный эквалайзер. Я использую Q6, у него есть 6 точек, которые мы можем настроить. Он не такой гибкий, как Pro Q3, но в любом случае он выполняет всю ту же функцию, что
и тот эквалайзер. Вторым плагином, естественно, идет компрессор. Тут огромная куча всяких разных компрессоров, эквалайзеров, дейсеров, сатураторов, ревербераторов, дилеев. Тут есть все на любой вкус. И Wave 100% подойдет под любой трек, под любой жанр. Вот такое огромное количество компрессоров, даже вот так, есть в этом плагине. Как оптические компрессоры, как FET компрессоры, да и любой другой компрессор есть в этом плагине. Я думаю, что объяснять, как настраивать компрессор, я не буду, но имейте в виду, что тут можно настраивать и отталкиваться от задачи очень гибко. Следующим плагином у меня идет дейсер. Дейсер, который я использую больше всего. Также тут есть R-дейсер, который можно использовать. Тут настраивается частота вашего дейсера. И всего лишь с помощью одной крутилки мы можем подавить ваши сибилянты. Также совсем забыл, в начале этой цепочки надо было поставить NS1. NS1, по моему мнению, лучший шумодав, и я его использую в 90% треках, где есть шумы. Он срабатывает достаточно мягко и влияет на голос очень незначительно, очень аккуратно. И он также достаточно простой, всего лишь одна крутилка. После чего я использую сатуратор. В данном случае я поставил AB Road сатуратор. Про него можно рассказывать очень долго. Тут очень тонкая настройка, можно выбрать частоту. Также тут есть pre-EQ, ручка mix, также post-EQ, то есть эквалайзер, который идет уже после применения сатуратора. Разные режимы этого сатуратора и также небольшой анализатор. После чего у меня идет плагин пространственной обработки. И я сюда поставил AirVerb. Он тоже достаточно узкий, его можно настраивать как просто нажав мышкой по нему и ведя вот эту вот всю графу анализатора, так и можно настраивать его вот этими ползунками и делать это более тонко. И также тут есть эквалайзер. Мы можем отдельно переключаться между этими всеми режимами или можем совместить их в один. И также еще один плагин для пространства — это H-Delay. Это плагин, в котором вы можете настроить дилей. Тут есть встроенный эквалайзер, аналог обязательно отключайте. Тут можно сделать как пинг-понг режим, так и обычный режим. Можно убрать правый канал, можно убрать левый канал, можно убрать два канала сразу. Можно натапать примерно ваш дилей. Также отдельного упоминания стоят вот эти два плагина. Естественно, это Waves Tune Real Time и плагин Doubler, который расширяет ваш вокал, S1 Major. С помощью него также можно расширять вокал, но он делает это более чисто. Также есть замечательный плагин Vocal Bender. Ну а теперь, наконец-то, давайте переходить к первому месту. Это лично мое мнение. Я бы сказал, что Waves, конечно же, превосходит по количеству плагинов, по тонкости работы, но я отдал первое место именно этому бендлу, потому что он более новый. Ну и потому что большинство проектов я делаю с помощью него. И, конечно же, это Virtual Mix Rack. Тут просто огромное количество плагинов, которые очень годно впишутся практически в любой трек. Посмотрите на количество эквалайзеров, посмотрите на количество компрессоров, которые тут есть, на количество различных разных сатураторов. Также тут есть эмуляции микрофонов, которые достаточно интересны работают. И тут их тоже огромное количество. Первым плагином цепочки я поставил эквалайзер. У него нету ни анализаторов, никакого графического отображения, он просто используется как SSL. Но этот плагин совершенно по-другому насыщает вокал, нежели любой другой эквалайзер. Также тут есть фильтр низких частот. Мы можем подрезать низкие частоты прямо в этом плагине. Огромное количество компрессоров. В данном случае я использовал FET компрессор. Можно выставить input, output, ratio, release, атаку. И можно даже сделать параллельную компрессию с помощью микса. После чего можно использовать сатурат. Любой из предложенных вот тут. Это может быть Лондон, Голливуд, Нью-Йорк. Или можно использовать просто revival. А можно использовать Нью-Йорк и revival вместе. Подкручиваем ручку сатурации на слух до того момента, пока результат вам не будет нравиться. Revival. Этот плагин используют практически все. Этот плагин просто идеален для добавления верхов, для добавления песка и приятных гармоник в голос. Этой ручкой мы насыщаем как раз таки высокие частоты. А с помощью нижней ручки мы можем насытить низкие частоты. И последним плагином я поставил Virtual Mix Bass. Он поможет нам склеить весь наш вокал. С помощью последних трех бендлов или пакетов плагинов уже действительно можно свести какой-то
этот трек. Но при этом, если использовать, например, комплект Waves и Virtual Mix Rack вместе, то можно уже сводить достаточно на неплохом уровне. Конечно же, отдельного упоминания стоит плагин Valhalla. В Valhalla есть огромное количество разных VST для вашего пространства, начиная от простой комнаты. Также тут есть просто кристальный плагин, это Valhalla Shimmer. Убермод, который поможет расширить ваш вокал. Также ревербератор, который будет подходить вам практически под любую задачу. Его можно настроить очень тонко. А если объединить уже вот эти три плагина, это Waves пакет, это пакет Virtual Mix Rack и пакет Valhalla, то можно сводить ваши проекты достаточно тонко. И на первое время именно вот этих трех пакетов вам будет достаточно. Я бы даже сказал, слишком много, если разбираться с каждой ручкой. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. А если вы все-таки не хотите разбираться во всех этих плагинах, пакетах плагинов, то вы можете всегда обратиться в мою группу ВКонтакте по ссылочке в описании. Совсем недавно я снимал невероятно годное видео по сведению, и это видео вы можете посмотреть вот тут. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем хорошего лета.